Знаете, в Испании такая операция проводится не первый раз. Испанцы достаточно бережно охраняют свою экономику. В 2005 году была проведена крупнейшая операция, где были задержаны там 20 украинских бизнесменов, там большое количество российских бизнесменов, которые решили деньги, которые они отсюда спилили, перевести там Коста Браво, Коста Дель Соль. Не скажу, много очень имен, которые и сейчас у нас на плаву, и которые сейчас выступают спонсорами различных политических блоков. Поэтому с Испанией тут шутки всегда достаточно, ну, плохо играют. Просто Степа, он достаточно... То есть Степа тоже в космосе не, витает, он недалекий человек, к сожалению. И поэтому он влетел в ту же историю, вляпался. Я думаю, что надо вопрос задавать дальше, возвращаться туда. Вопрос. Деятельности чьи Леонида Михайловича, подождите, который... об этом чуть-чуть позже. Но меня сейчас волнует, чьи деньги отмывался Черновецкого. Слушайте, деньги киевлян. Деньги наши киевлян с вами. Все, наши что вами продавалось здесь, в городе Киеве, Леонид Михайлович имел потрясающую способность. Он никогда не имел актива в Украине. Он все сразу спокойно переводил в кэш. Сергей. И потом туда.